Привет! На связи BigGeek и Жека Сенин. Сегодня говорим о главном провале Apple в этом году, о котором почему-то молчат абсолютно все техноблогеры, ну и, конечно, сама компания об этом тоже умалчивает. Это AirPods Pro и то, во что они превратились спустя почти полгода. Заставоньку. Помните наш обзор AirPods Pro? Когда наушники попали к нам в руки, мы реально офигели. Невероятный уровень шумоподавления. Наконец-то внутриканальные наушники, которые подходят гораздо большему количеству ушей. Ну и звук в них, конечно же, хорош. Казалось бы, офигенный вариант даже за такие немаленькие деньги. Но, к сожалению, все изменилось. И за практически полгода Apple умудрилась прошивками испортить наушники и испортить непоправимо, по крайней мере, на сегодняшний день. Как так получилось? У AirPods Pro есть своя прошивка, конечно, как у любого устройства от Apple, но в отличие от MacBook, iPhone или Apple Watch, которые вы обновляете сами, AirPods Pro вы обновить не можете и не обновлять тоже не можете. Они обновляются сами в фоновом режиме тогда, когда им захочется. И первые звоночки о том, что не все хорошо, я получил от нашего звукорежиссера Олега. Он заимел себе AirPods Pro после нашего обзора, буквально через полтора месяца, и сказал, что не такое уж у них хорошее шумоподавление. И я не мог понять, о чем это он, потому что они были у нас на обзоре, мы их слушали и на улице, и в студии, и все было замечательно. У них было практически такое же шумоподавление, как у затычек от Sony, что в принципе очень хорошо, поэтому я не мог понять этих претензий и как это внезапно все стало не так хорошо, как было. Поставлялись AirPods Pro с прошивкой 2B584 и обновились до 2B588. Она ослабила шумоподавление. Конечно, большинство людей этого не заметили, потому что они не аудиофилы и вообще не особо парятся по этому поводу. Они воткнули наушники в уши и пошли гулять, и неважно, что там с прошивками. Но была и еще одна каста людей, которая заметила, что все стало хуже. На форуме техподдержки Apple появилась тема. Сейчас у нее 39 тысяч просмотров и более 37 страниц обсуждения. Ну, понятно, что на пустом месте такого не бывает. Проблема стала набирать огласку, и пора уже было что-то делать, поэтому Apple 16 декабря выпустила новую прошивку 2C54. Но эта прошивка сделала все еще хуже. Шумоподавление стало практически никакущим. Более того, в этой прошивке Apple изменила кривую эквалайзера и добавила больше низких частот, то есть испортила одно и непонятно зачем изменила другое. В январе Apple догадалась, что, наверное, стоит убрать 2C54, и больше до нее наушники не обновлялись. Но все те наушники, которые успели обновиться, уже никак не откатятся назад, потому что такой возможности просто нет. Давайте, наверное, для простоты назовем их первая, вторая и третья прошивка. Так вот, некоторые люди с третьей прошивкой даже обращались в сервис, и там им меняли наушники с третьей прошивкой на наушники со второй. Более того, некоторым людям меняли наушники на новые с еще не опубликованной прошивкой 2D3, и они просто отказывались соединяться между собой или с телефоном. Но с первой прошивкой, как вы понимаете, остались только единицы людей. Почему так? Есть сразу несколько возможных причин, по которым Apple вообще начала обновлять наушники и по которым она не может вернуть первую, самую первую свою прошивку обратно. Во-первых, как ни удивительно, батарея. Слишком сильное шумоподавление могло изнашивать аккумулятор наушников, и инженеры, предполагая, что уже через год-полтора они столкнутся с массовыми жалобами, просто обновили прошивку, чтобы столько батареи не жралось. Во-вторых, это легко может быть криворукость инженеров-программистов, которые сделали прошивку на свою голову и все сломали и до сих пор не могут починить. Если это так, то это очень глупо. В-третьих, конечно, не все люди и не все уши адекватно воспринимают сильное шумоподавление. Когда впервые вставляешь наушники в уши, появляется такое ощущение, как будто ты оглох. У некоторых из-за этого начинает кружиться голова, у некоторых скачет давление и так дальше и тому подобное. Ну и четвертый пункт. Естественно, шумоподавление — это очень круто, но когда ты идешь по улице, переходишь дорогу, вокруг тебя куча машин, это не слишком безопасно. Кстати, именно поэтому многие люди до сих пор предпочитают обычные AirPods, потому что слышат, что вокруг них происходит, и не платят за за это в 2 раза дороже. И действительно, за время своего существования обычные AirPods стали самыми популярными беспроводными наушниками, да и сегодня остаются весьма крутыми. А знаете что? Давайте их разыграем. Все условия в описании. На самом деле, абсолютно любую из этих 4 проблем Apple может исправить, но почему-то до сих пор не исправила. Если шумоподавление для некоторых людей слишком сильное, то могли бы просто сделать слайдер не на 3 позиции, а на 4 или на 5. Тогда каждый бы мог выбрать оптимальный уровень шумодава, который бы ему не мешал. Если это криворукие инженеры или программисты, то в чем вообще проблема? Берете первую прошивку и обновляете все существующие AirPods Pro на нее. Но это вряд ли, потому что Apple уже бы так сделала, переименовав, конечно же, прошивку в абсолютно другую, чтобы никто не сказал, что они просто вернули первую прошивку. Я на самом деле практически до конца в это не верил, пока не взял 2 пары наушников со 2-й прошивкой и с 3-й и не сравнил их напрямую. И знаете что? Это правда. У наушников с 3-й прошивкой шумоподавление примерно в 5 раз хуже, чем у наушников со 2-й. И наушники со 2-й на самом-то деле все равно хуже, чем те, которые я слушал в обзоре. Больше всего бесит, как к этому относится сама Apple. Помните вот эти вот «вы неправильно держите телефон», и потом Apple не отменяла AirPower до последнего? Так и в этом случае они до сих пор не признали проблему, не объявили, что пытаются ее исправить, и просто тихонько сидят и молчат. Может, хватит уже такого отношения к людям, которые платят по 20 тысяч за ваши наушники? Тем временем компания спокойно выпускает новые продукты. iPhone SE вот недавно вышел, и ходят слухи о еще 2 AirPods. AirPods Lite специально для спорта и спортивных активностей, и накладных AirPods. Это все, конечно, хорошо, но если они и к этим наушникам так будут относиться, то это будет не очень круто. Как думаете, исправит ли Apple прошивку, и если да, то когда это произойдет? Пишите свое мнение в комментариях, ну и, конечно, заглядывайте к нам в блог. Например, идею для этого видео я взял в том числе оттуда. Там очень много клевых материалов, они регулярно обновляются и абсолютно все интересные. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. На этом все. Жмите подписку, колокольчик, ставьте лайк, и мы с вами увидимся уже в следующем видео. Всем спок! Выпустив новую прошивку для наушников под названием, опять куча букв и цифр. Во-первых, батарея. Батарея. Вокруг тебя машины, не слишком... Не очень безопасно так делать. Just taking me higher than I've never been before. И знаете что? И знаете что? Ничего. На этом все. Лайк, подписка, и будет большая пиписька. Увидимся в следующем видео.